Okay. Let's go! Way is live. Save the nature. Be happy. Yeah! Мы едем на крутой остров, который организовал Дима. Это твоя идея была, мега круто. Но у нас лимит, видишь? Собственно, welcome to Phuket Wake Park. สนุกมากได้ทําการสิ่งที่ดีๆได้ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีในเมืองไทยก็ขอบคุณคนรัสเซียทุกคนที่เรามาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อแผ่นดินของเรา You can find like how you see shampoo on an island is crazy. Кто это так намусорил? Все очистим, все уберем. Тут вообще тяжело все очистить, потому что под каждым слоем лежит новый слой. Это как будто бы годами собиралось. Я думаю, что на самом деле люди абсолютные свиньи, что так невозможно, что даже такие уголки, как необитаемый остров, просто, извиняюсь, скажу вот так, засран. Green world. Чуйкан сэпа. Лог, наха, пуэзэ, лог, чадай, на, ю, мак. Как так можно было запачкать тут все? Лев Соленов, владелец Travel Lama, закончил МГУ и, в принципе, присоединился к нам. Всех с Рождеством! Merry Christmas, everyone! Я считаю, что это очень здорово, что мы именно в этот день собрались на этом острове убраться, отдать себя природе. Many bottles, a lot of plastic, glass bottles, like for sure. This like Red Bull, Thai Red Bull, so... На самом деле более тщательно относиться к природе, потому что все-таки я думаю, что ресурсы природы ограничены. Такими локациями прям накидано. Очень много жгутиков, которыми зацепляют всякие украшения. Смотрите, сколько пластика. Konnichiwa, minasan. Kyou wa beach cleaning oshi ni kimashita. Nihon ni wa mada kore gurai. Ну, решение этого вопроса, наверное, скорее всего, делать больше таких акций, которые проводит Phuket Wake Park сейчас. Я надеюсь, что многие увидят это и тоже соберутся, сделать такой мини-субботник, по крайней мере, у себя рядом с домом. Бутылки от вина? На самом деле, очень классно здесь находиться. Такая атмосфера, которая побуждает тебя делать добрые дела. А по поводу того, что люди бухают, это их выбор, я-то просто не пью. Вот тут листья копаешь, а там бутылки, стаканы, пакеты, короче, пластика куча. Как ты думаешь, сколько тут мусора? Мне кажется, здесь весь остров заполнили мусором. Clean the island or the country is like, yeah, not understandable. Если вы видите человека, который кинул бычок, подойдите, выкиньте его в мусорку. Вот, вот у тебя есть мусорка. И потом за собой не убирают. Ай-яй-яй. วันนี้มาช่วยกันทำความสะอาดจากบริษัท Phuket Wake Park นะคะช่วยกันดูแลพื้นที่เพื่อที่จะให้มีพื้นที่สะอาดค่ะ Вот так смотришь на все это, думаешь, ну, наверное, это невозможно убрать. Просто знайте, что если вы бухаете, я вас презираю, и все. Какая
невероятная природа, потрясающая, а мы все тут загрязнили, поэтому мы восстанавливаем баланс. 100 пакетов, и это мы вообще половину даже не убрали, это невозможно просто. Это мы, ну, ты сам видел этот пятачок вот такой, и на нем локализуется невероятное количество мусора, просто невероятно. Очень много мусора. Я думаю, что для начала надо тех людей, которые мусорят. Ну, ладно, не, шучу. Такие мысли начинают посещать, когда ты руками убираешь вот эту гору дерьма, которая лежит возле моря. Это интересный опыт, и каждому советую хотя бы раз в год что-нибудь подобное сделать.